Всем привет, друзья, и добро пожаловать на мой канал. Я что-то зачастил с роликами про музло, но пока есть настроение, нужно их делать. Ах да, меня зовут Сергей Хоббит, если кто-то вдруг не знает. И сегодня у нас продолжение ролика про маскотов известных групп. Да-да, это вторая часть. Как вы понимаете, все маскоты в одно видео не влезут, поэтому я сделал вторую часть. Сегодня тут, кстати, тоже довольно крутой список. Садитесь поудобнее, будет интересно. Перед тем, как начать, я напомню, что у меня есть Инстаграм, на который вы можете подписаться, чтобы мне респектнуть, если, конечно, вам нравится мое творчество. И, конечно, не забывайте подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. Это тоже важно для развития роликов в Ютубе. Первым маскотом сегодня станет Дитя Тьмы от Александра Шакала и группы Slaughter to Prevail. Маскот, а также его маска пользуются просто бешеным спросом за рубежом, как и сама группа, кстати. Если вы не в курсе, Slaughter to Prevail – проект нашего с вами соотечественника Александра Шакалая. Живет он в Екатеринбурге, занимается спортом и играет отборнейший дэдкор и грув-метал с примесями нью-метал и всяких коров. Короче, то, что нравится людям. Все это дело приправлено фирменным гролом Шакалая. По словам Александра, он с детства любил страшные маски, а позже, возможно, под влиянием слепов, решил в маске выступать. Маску Дитя Тьмы он придумал, когда работал в фитнес-баре, мешал спортивные коктейли. У Шакалая было много свободного времени, и параллельно он писал тексты песен и делал наброски маски. Главная цель была в том, чтобы у нее открывалась челюсть. В итоге набросок был отправлен в мастерскую, которая находится в Сочи, где, в общем-то, и появилась первая маска Дитя Тьмы. Теперь, по словам Шакалая, маски делают в Екатеринбурге, и запрос настолько большой, что люди, которые их делают, просто не успевают. В данный момент у Slaughter to Prevail две маски, одна белая с длинными черными волосами и одна матовая, к ней вы все привыкли. Про персонажа Kid of Darkness даже комикс есть, главный герой которого основан на Шакалае. Выпустили комикс Молот Хардкорп, у них там еще комикс про Пашу Техника есть и своя вселенная. Если читали его, напишите в комментариях, как он вам. Как по мне, маскот очень важен для коллектива, потому что это, в общем-то, его визитная карточка. И вторым маскотом сегодня станет Knucklehead от группы Five Finger Death Punch. Я думаю, все поклонники Five Finger Death Punch хоть раз встречали на обложке Knucklehead. Появился он впервые в 2007-м, какой же все-таки классный год был. На дебютном альбоме The Way of the Fist. И с тех пор стал символом, без которого группу представить просто невозможно. Забавно, что гитарист Five Finger Death Punch, Золтан Баттери, увлекается монстр-траками. Это такие огромные тачки, которые преодолевают разные препятствия и катаются по бездорожью. В 2014 году команда Two Extreme построила два грузовика Knucklehead. Один из них был выставлен на фестивале в Канзас-Сити для фотофенов, а на втором Золтан даже принял участие в соревновании Motorsport Flip Fest Monster Truck and Motocross Show в августе 2014 года. А еще Knucklehead'а постоянно кто-то тырит. Не так давно его угнала компания фейерверков World Class Fireworks. На что Золтан в своем твиттере написал, что группа к этим фейерверкам не имеет никакого отношения. И вообще они могут быть опасны. Ведь его бенд называется «Смертельный удар пятью пальцами», а не «Смертельный удар без пальцев». А еще группа Five Finger Death Punch называет своих фенов Knucklehead'ами. И как Шакалай выпускает маски с маскотом. Правда, наверное, не в таком количестве. Продолжим сегодня маскотом группы Лакримоза. Если вы помните, это мимо Арлекин, который настолько популярен, и без него просто Лакримозу невозможно представить. Уверен, кто-то из вас даже татуху себе с ним набил. В свои годы Лакримоза была очень популярна. Может, и сейчас тоже очень популярна, я уже перестал за ней следить. Клоун Арлекина, вокалист и идейный лидер Лакримозы Тилы Вульф, придумал в 90-м. Случилось это во время выпуска раритетнейшего двухпесенного демо «Клэмор». По словам Тила, Арлекин является его альтер-эго, и самая первая обложка — это отражение духовного состояния музыканта. Сам Тила утверждает, что Арлекин для него всегда выглядит иначе, потому что его лицо зависит от определенной песни, которую ты слушаешь. Иногда в его глазах видны целеустремление и надежда, а иногда печаль. Кстати говоря, все каверы Лакримозы нарисовал Штелио Демонтополус, который также пробовался на роль бас-гитариста Лакримозы. Обложки он рисует уже более 25 лет и всегда выдает Арлекина в каком-то новом виде. Основная фишка обложек Лакримозы в том, что все они монохромные. Уже много лет группа не изменяет себе в этом плане, и это очень круто. В 94 году на обложке альбома «Инферно» появилась богиня неудачной любви Элодия с фантастическим городом за спиной, который описан в лирике альбома. Короче, Арлекин перестал быть один. Да и женщина в доме — это всегда хорошо, согласитесь. В 90-м у Лакримозы вышел альбом «Элодия», как раз посвященный этой богине. По словам Тила Вульфа, это очень важный альбом в истории группы. А еще на его обложке Арлекин нес Элодию на руках. Кроссовер уровня «Войны бесконечности», не иначе. Короче, немцы знают толк в маскотах. До сих пор без этого Арлекина Лакримозу представить сложно. На очереди Вик Раттлхед, маскот группы Мегадет. Ох, и написали же мне про него под прошлым видео. Такое ощущение, что я про него забыл. Блин, все, кто смотрит ролики на моем канале, знают, что я делаю несколько частей. И сегодня очередь Вика Раттлхеда. Ха!
придумал Вика Ратлхеда сам Дэйв Мастейн. Он набросал портрет Вика для обложки дебютного альбома «Killing is my business and business is good». Самое забавное, что Combat Records, где Megadeth тогда выпускались, потеряли его наброск и решили импровизировать, создав свой рисунок, который полностью отличался от рисунка Мастейна. Может, оно и к лучшему, ведь по слухам Мастейн нарисовал пластиковый череп с фольгой, огурцами и кетчупом. Не думаю, что этот рисунок стал бы отличной обложкой. В целом, Вик представляет из себя скелет, который воплощает фразу «не вижу зла, не слышу зла, не говорю зла». Глаза Вика закрыты стальной пластиной, уши заткнуты металлическими пробками, а рот закрыт на замок. Ратлхед был частым гостем на обложках первых альбомов Megadeth, причем появлялся в совершенно разных ролях. Апокалиптического агента по недвижимости, возле разрушенного здания ООН, военного на Луне, ученого в белом халате с человеческим эмбрионом в колбе. Да он много кем был. На каждом альбоме, где появляется Вик, ему придумывают какую-то историю. В какой-то момент Ратлхед внезапно пропал, аж на 9 лет. Его не было на обложках альбомов Megadeth с 91 по 2000. А в 2001 он объявился вновь. Там как раз Megadeth пытались вернуться к истокам в альбоме The World Needs a Hero. С тех пор Вик, конечно, бывает в отпуске, но зачастую без него не обходится. А еще Мастейн однажды объявил конкурс на редизайн персонажа на сайте DeviantArt. Победил в конкурсе Джон Лоренци, который с тех пор занимается обложками Megadeth. А вообще над ними дофига кто работал. Кстати, Вик Ратлхед дословно переводится как «трясущий головой», и это прозвище отлично подходит для любого фэна группы Megadeth, причем во все времена. Давайте поговорим о наших с вами соотечественниках из группы Distemper. Да-да, это те самые скопанки, которые уже много лет, не изменяя себе, используют фирменного маскота по имени Чумной Пес. И на обложках, и на концертах, везде он у них есть. Собака с гигантским оскалом давно стала талисманом группы, а также элементом сценического шоу. Практически на всех концертах на сцене вместе с музыкантами угорает человек с догфейсом на голове, приводя в восторг публику. Изначально собака была частью сценического шоу, но потом стала талисманом группы. И это довольно интересно. То есть элемент шоу появился раньше, чем облога. По словам доцента, вокалиста Distemper, дебютная собака была нарисована на обоях в комнате Киселя, первого басиста Distemper. Именно он ее и придумал. А уже потом Бай решил сделать ее частью шоу. Саксофонистка Ксения нашла мастерскую при театре, где им шили первую маску. С тех пор Чумной Пес всегда в группе Distemper. После ухода из Distemper Киселя, дизайном пса занимается художник Максим Щанников. И те, кто следят за творчеством Distemper, уже давно могут легко проследить эволюцию собаки. По словам доцента, многие думают, что их собака злая, но это не так. Она не злая, а справедливая. А в том, что она так выглядит, виноваты ее родители. Но никто не знает, кто они. По логике, это, конечно, Кисель. Бывали, кстати, на концертах Distemper? Напишите в комментариях. Продолжим, пожалуй, олдскульными трэш-металлистами, которые вообще славятся своими фирменными маскотами. В этот раз это будет группа Creator, у которой есть собственный одноименный маскот. Немцы из Creator выдумали себе одноименного маскота еще в 1987-м. Он попал на обложку альбома Terrible Certainty. Как вы видите, это обнаженная антропоморфная остроухая фигура с лысой головой. По словам вокалиста Creator Петроца Милли, маскот является одним из демонов древнегерманского бестиария. Возможно, какого-то специального бестиария родного города Милли Эссена. На самом деле, металлисты зачастую просто выдумывают своих маскотов, а потом приписывают им какие-то древние истории. Похожая фигня была с Лакримозой и их богиней Элодией. По словам Тила, она была древнегреческой богиней. Хотя в Древней Греции ни о каких Элодиях никто и не слышал. А может, это просто сложности перевода с немецкого. Также Милли заявил, что на обложках альбомов Creator всегда появляется голова маскота, а его темной сущностью пронизано все творчество группы. Как думаете, похоже на правду? Продолжим еще одними алдырями. Это будет американская группа Overkill, у которой есть фирменный маскот Челли. У него тоже довольно забавная история. Челли — это летающий череп с вампирскими клыками и крыльями летучей мыши, излучающий зеленый свет из глаз. Впервые маскот появился на четвертом альбоме группы, который назывался Under the Influence в 88 году, и с тех пор периодически появляется на мерче и альбомах Overkill. Придумали маскота участники группы, а реализовали идею авторы фантастических комиксов Стив Фаснер и Рич Ларсон, которые особенно любили комиксы про полуголых женщин, но могли и за Халка взяться, или за X-менов. Вообще, логотип появился благодаря повальному увлечению фильмами ужасов в 80-е. Все лучшие хорроры того времени вы сто пудов до сих пор пересматриваете. Тогда же появился фильм «Реаниматор», снятый по мотивам произведений Лавкрафта. В фильме «Невеста реаниматора», а это была вторая часть, появилась летающая голова доктора Хилла с крыльями летучей мыши. Казалось бы, вот оно, украли маскота как Мисфитс, но нифига. Оверкилл реально придумали Челли раньше, пускай и появился он только в 1988-м, на четвертом альбоме группы. В принципе, череп с крыльями летучей мыши не прям уж какая-то сложная идея, особенно 80-е, но с тех пор Челли верно служит маскотом Оверкилл, и это круто. Как вы, наверное, поняли, я собираю для вас маскотов с какими-то крутыми историями, и на очереди у нас Сет Омерзительный из группы Ice Earth. Начну, пожалуй, с того, что Сет Абоминей придумал гитарист группы Ice Earth Джон Шафер.
Он стал частью концептуальной саги Something Wicked Trilogy Ice Earth. По канону Земля изначально была заселена расой сетов, которые были местными аборигенами. Их практически уничтожила раса людей, которые пришли из космоса. Но древний старец предсказал появление нечестивого искупителя, всадника апокалипсиса, который должен был уничтожить человечество. Звали его Сет Абоминей или Сет Омерзительный. Родился он в 6-й час 6-го дня 6-го месяца в обществе сетов, где ему с детства рассказывали о смерти предков и о том, что он должен спасти расу и отомстить людям. В итоге вожди и короли людей и начинают страдать от обжорства, жадности и других пороков. Много веков Сет Омерзительный следил за людьми, пока не понял, что у расы есть потенциал, и не решился ее пощадить, предупредив, правда, человечество, что оно само должно избавиться от всех пороков, иначе в итоге им конец. Реализовал маскота Трэвис Смит. Изначально он немного напоминал Эдди из группы Iron Maiden, но потом стал более самобытным. И с момента трилогии постоянно появляется на обложках альбомов и мерче группы Iced Earth. Полирнем наш сегодняшний выпуск Жориком от группы Ария. Удивительно, в какой-то момент они захотели себе собственного Эдди. Он, правда, совсем на него не похож, но тем не менее это реально маскот группы Арии, который появился гораздо позже, чем появилась сама группа. Жорик Арии, который, кстати, является обычной химерой, был придуман на 18-м году существования группы Ария. Нифига себе, скажешь ты, чего же они так долго ждали-то? Может, не хотели сравнения с группой Iron Maiden, потому что по факту Ария до сих пор очень похожа на Iron Maiden. Но к 18-му году был придуман маскот Жорик, который является химерой обыкновенной. Химера в греческой мифологии — огнедышащее существо с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом в виде змеи. А в биологии это организм, состоящий из генетически разнородных клеток. Создал Жорика художник, известный как Лео Хау, который вообще мастер на все руки. Сотрудничал с кучей метал-бендов типа Blind Guardian, Saxon, Iced Earth, Primal Fear, Rage, Nocturnal Rites и так далее. А также занимался изготовлением сценического видеоряда для концертов групп Кипелов, Ария, Пикник, Алиса и Хор Турецкого. Кстати, Лео Хау не китаец. Зовут его на самом деле Алексей Михайлович Шамровский, и живет он в Москве. Короче, благодаря Лео на свет появился Жорик, который теперь является маскотом группы Ария, и появляется на всех альбомах группы с 2001-го, кроме альбома «На все времена», а также украшает мерч. К нему уже привыкли все фэны, и без него Арию не представляют. Кстати, вы сейчас слушаете Арию или забили уже? Ну что, как вам список? Забыл кого-то? Точно забыл, поэтому пиши в комментариях. И, конечно, не забывай лайкать это видео, писать множество разных комментариев, подписываться на мой канал, жать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, и, конечно, подписываться на мой инстаграм, я вам буду там очень сильно рад. Меня зовут Сергей Хоббит, увидимся, друзья!